Дочке Дианы 6 лет. Она большая любительница дворовых игр. Узнав, что проект «Игры нашего двора» приходит в Барвиху, сразу же обрадовала дочку. На площадку отправились вместе. Хорошее настроение, веселье, немного окунемся в детство вместе с дочкой. Ей это нравится. Перетягивание каната, зрелищные химические опыты, снежный бой, катание на тюбингах. Развлечений тут много, на любой возраст и вкус. Конкурсы между мальчиками и девочками пробуждают дух соперничества, говорят участники. Тяга к победе от этого еще сильнее. Нечестно, я за равноправие. Там все время мужчины! Организатор проекта Виталий Кузьмин уверен, «Игры нашего двора» – отличный способ оторвать детей от виртуального мира и сблизить с родителями. Новый для Одинцовского округа проект поражает результатами. Я очень благодарна ему, и я надеюсь, что мы будем дружить и почерпнем сегодня, как это. И нам, конечно, очень хочется, чтобы, наверное, в будущем, не в далеком только, и если это пройдет успешно, чтобы мы организовали на территории округа такой родительский, может быть, комитет, такой в рамках активных родителей, чтобы уже во дворах мы могли проводить абсолютно разные праздники. Самое главное, мне кажется, то, что сегодня дети это делают вместе с родителями. И подобные мероприятия, подобные дни, я бы сказал, они прививают и родителям, и детям общие какие-то ценности. Родители должны быть ближе к детям, не должны ни в коем случае отдавать детей на откуп гаджетам. Наши дети – самое важное в жизни, не устает повторять организатор проекта. Игры нашего двора в Одинцовском округе недавно, но уже успели понравиться жителям. И это неспроста, ведь на таких праздниках можно найти друзей на всю жизнь. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».